Сегодня мы с вами поговорим о том, из каких частей состоит обычная классическая шестиструнная гитара. Во-первых, вот эта заметная самая часть называется барабан, самая большая часть, или корпус. Вот эта вся часть называется гриф. Гриф, в свою очередь, тоже состоит из нескольких частей. В частности, вот эта часть называется шейкой грифа. Здесь у нас металлические такие скобочки называются ладами. Соответственно, струны протянуты на всей гитаре. Вот эта часть называется головкой грифа. Здесь у нас вот такие вот кружочки, винтики. Они называются колками. Это колки гитары. Далее. Есть у нас вот такая вот подставка здесь, на корпусе гитары. И имеется у нас два порожка. Один порожек и второй порожек. Этот порожек у нас называется верхним. Соответственно, этот порожек у нас называется нижним порожком. Далее, сам корпус гитары тоже состоит из нескольких частей. В частности, вот эта часть верхняя называется верхней декой. Ну, разумеется, нижняя часть называется нижней декой. Нижняя дека и верхняя дека. Вот эта часть называется обечайка. На некоторых гитарах есть вот такая вот штучка. Называется пуговица. Она предназначена для того, чтобы можно было вешать гитару на плечо и играть стоя. Имеется у нас еще такое вот отверстие, которое называется резонаторным отверстием. Его еще также называют розеткой. Вот, в принципе, все части, из которых состоит обычная шестиструнная классическая гитара. Всего доброго, увидимся на следующем уроке.